Всем привет, народ! Всем привет! Мы всем семейством поехали отмечать Новый год в Обнинск, в Жуков гараж. И мы собрались и поехали. Мишаня сидит дома, у него постельный режим. Оставили ему подарки и поехали отмечать Новый год. Путешествие? Да, 170 километров, уже едем по МКАДу. Ну, а вам все покажем и расскажем, как обычно, что у нас происходит. Дорога свободная, ехать 108 километров еще осталось там. Везет нас белая сова, неизменно. Гер Герыч, что вы пожелаете? Привет! Поздравь всех с Новым годом! С Новым годом! Ты хорошо себя вел в этом году? Да. И думаешь, тебе Дед Мороз все подарки подарит? Да. Посмотрим, посмотрим. Ах, сколько мы досветлов! Мы едем, считаем елки, кто сколько увидит. У папы ноль, у мамы одна елка, а у Герыча 8 елок он насчитал уже. Так, заехали мы на Газпром, на заправку, съели сосиски. Ребятки, обязательно пристегивайте детей в автокресло. В принципе, можно и сэкономить, но можно ли будет себе потом простить? Так что обязательно пристегивайте ребенка. Да прибудет с нами сила. Ребятки, и вот я добрался до места, где будем отмечать Новый год. И мы уже начинаем обмениваться такими микроподарочками. Я вам напомню, я нахожусь в Обнинске. Там, где, в принципе, находится Жуков гараж. В Жуков гараж я и приехал отмечать Новый год. Был приглашен со всей семьей. И первый подарок, который мне вручили, для меня был подарком-загадкой. На самом деле. Было непонятно, для чего он и что он обозначает. В общем, покажу вам. Вот такой вот предмет. Здесь заужение. Здесь у него капсуль. Зацеп. Не помню, как называется. Вот. Собственно, все понимаете, что это. Да, это гильза. У меня такой конкурс. Новогодний конкурс. Давайте вы отгадаете, для чего он мне был подарен, как его используют. Об этом напишите в комментариях. И поверьте мне, первому, кто правильно ответит, я подарю прекрасный новогодний подарок. Как мне ее используют? Мне ее специально вот подарили, сказали, будешь использовать так-то, так-то. Она очень нужна. Вещь, ну, скажем так, везде ходит. Ну, в наших походах. Итак, ваш вариант. Поехали.
Герыч, ты будешь салют смотреть? Да. У гардероба столпотворение. Аккуратно, там лунки, там рыбу ловят. Аккуратно. Что? На этом, на шее, тепло. Эй! Ура! Это тренировочный салют, предновогодний. А, милиция едет, убегаем, убегаем, убегаем все. Ура, классно. Тренировочный салют состоялся. А вот и мальчик, который баловался спичками. Мы загадываем желание, ждем визит, стоит решить немало насущных задач в экономике, науке и технологии, в здравоохранении, образовании и культуре. И главное, шаг за шагом добивать только вас. Гуд бобра. Помощников у нас раскроем свои сердца навстречу друг другу. Искренне желаю вам радости и благополучия. Поздравляю вас с праздником, с новым 2019 годом. На кухне раньше повар. Просто было. Ура! С Новым годом! С Новым годом, с новым счастьем у вас! 2019 год бобра! 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 Добра бобра! Пусты! Давай чокаться с тобой. Итак, друзья, в эту новогоднюю ночь я буду готовить аж на двух грилях О-гриль. У нас 30 человек гостей, и всех надо будет накормить. Четырьмя руками. От две левых, две правых. Еще и в темноте. Не знаю, что у меня получится. Сейчас будет грандиозный салют. Вон там ящики целые салютов потащили. Что-то будет бомбическое. А ты знаешь что? Коза съела Деда Мороза сейчас. Один валенок вон там в снегу лежит от Деда Мороза, и подарки он под елку забросил. Подарки мы уже раздали, а валенок вон там валяется. Коза съела Деда Мороза. Так, ребятки, ну вот, подносят снаряды. Так, туда, 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 проходим. Ребятки, сейчас будет бахать, но мне вот, видите, я вот тут это самое, кашеварю вовсю. И бах я буду смотреть отсюда. Ну вы видели, какие там коробки подносили? Ёлы-палы, там будет бахать вообще модно. Сейчас всех арестуют. Ой-ой-ой-ой. А то,
вот это Новый год. Не спрячетесь, у нас все ходы записаны. Надо убавить огонь. Пусть оно это самое. Вот так вот. Как красиво это все. Как все. Ну что, нашла Деда Мороза-то? Не, покормила его? Дусю. Дусю пока. Да зачем она Деда Мороза съела уже? Что, Дусю, куда кормить-то? Ты че? Нет. Сожрала она вон варежку сейчас доедала, я к ней подходил. О, подходила. Там даже варежка. Вон, вон варежку дожевывает, смотри. Это девочка, которая любит мясо с кровью. Ох, а Шуша заложила. Фу. Бабах был! Вот это бабах! Че, онемели, испугались, что ли? Че за страх на лицах? Где радость не вижу? Сейчас будет мясо с кровью. И продолжаются наши салюты. Все, ребят, все это здорово, но мне надо идти на гриле готовить. Там уже, наверное, все приготовилось. Ура! Так, ребятки, будем готовить семушку. Семушка у нас очень тонко нарезана. Очень тонко, я бы прям сказал, что супер тонко. Опа! Семушка уложилась. А тут уже хрюшек надо переворачивать. У меня, ребята, тут вообще движуха идет. О, какая! Вот такая красота получается. А вот рыбка. Ставится мгновенно. Да, посмотри. А смотри, к коврику ничего не прилипает. Кайф просто. Вот так, ребята, на двух грилях. Соло! Соло! 2019-й привет! Всех с Новым годом! Счастья, здоровья, любви, взаимопонимания. И, конечно же, смотреть наш канал, где будет супер проекты, супер новые видео, супер путешествия. Мы заберемся туда еще вообще, туда никто не забирался. Ох, я сегодня кошевар. Мощный просто. Закончилось наше жонглирование грилями. Народ наелся.
это будем доедать завтра. Ребятки, закончился у нас Новый год на сегодня. Да. И мы едем домой наконец-то. Нас забрала Шурочка. Ой, а я думала, где камера? Да. А где камера? Вот она. Вот он в углу тут. Машина. 1 января 2019 года дался нам непросто. Да, да. Смею признать. Сейчас едем забирать остатки роскоши. Потому как оливье все съедено, и питаться надо чем-то дальше. Так, господа хорошие, решили мы допраздновать. Догулять, так сказать. Догулять, да. Еще до 14-го времени много, поэтому мы решили допраздновать. Вот, опять раскочегарили два аппарата, и будем сейчас допраздновать. Ребята, мы поехали домой, да? Опять сели в белую сову и направили в сторону дома. У нас там тоже должен Дед Мороз прийти к Гергерычу. Собаки-обнимаки нас там ждут. В общем, Новый год хорошо встретился. Да, я его весь помню. На улице вот такая погода, но нас это не останавливает. Все, пока-пока. Там под елкой еще Дед Мороз приходил, подарков ему оставил. Он домой торопится. У нас прошел прекрасный Новый год, мы хорошо его отметили. Чего, собственно, и вам желаем, чтобы весь год у вас прошел прекрасно. А мы приехали домой. Все, до следующих встреч. Пока-пока всем. Пока-пока. Камера как будто глаз.